Уникальный арт-объект, который может стать символом левобережной части города Ульяновска, планируют установить на новом бульваре. Он проходит перпендикулярно проспекту Авиастроителей между Никольским храмом и 102-м лицеем. Идею подсказал застройщик. Со своим предложением сотворить нечто уникальное он обратился к помощнику губернатора Ульяновской области по архитектуре и градостроительной деятельности Ольге Мельниковой. Возник некий эскиз, даже, честно говоря, их было там несколько, у нас была вариация, там порядка 5-6. Все это были образы Волжанки. Они были разные, но их объединяло несколько черт, которые, как мне показалось, могут описать нашу Волгу. Кудри, которые будут, скажем, читаться достаточно активно, это вот имитация широты нашей Волги, ее легкости и в то же время могучести. Наклон головы, выражение лица – это ее такая уверенность в себе и в то же время она умиротворенная. Воплощать идею доверили известному ульяновскому кузнецу Александру Романову. Ну, размер получается где-то в районе 5 метров по высоте. Мы шли от того, что, во-первых, это бульвар, в котором должны люди гулять, отдыхать. Он должен восприниматься как не только лишь объект, который... на которой можно посмотреть издалека, но это территория с фотозоной, с легендой об этой Волжанке. Пока элементы арт-объекта разложены по кузнечной мастерской. Их осталось покрасить, установить опору и смонтировать скульптуру. Вполне возможно, жители Заволжья увидят Волжанку во всей красе уже до Нового года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Управда ТВ.